Ажурный узор маргаретки. Вот схема этого узора. Схема несложная, и целиком я ее, в общем-то, показывать не буду. А наибольшие вопросы, наверное, вызовет вот этот вот элемент с такими красивыми лепестками. Вот я уже какую-то часть образца связала и подошла к вязанию вот этого самого хитрого элемента. Давайте посмотрим, как он вяжется. От дорожки веерочков я набираю 9 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вяжу вот на арочке, которая у меня в центре, столбик без накида. Поворачиваю вязание. И теперь на этой цепочке из 9 воздушных петель вяжу 7 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Вот у меня один лепесточек готов. Делаю еще 9 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Для того, чтобы опять прикрепиться к этой арочке, мне нужно повернуть вязание, связать под арочку столбик без накида, еще раз повернуться и на только что связанной цепочке связать 7 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Вот у меня уже 2 лепесточка. А таким же образом вяжу еще 3 лепесточка. Набираю 9 воздушных петель. 6, 7, 8, 9. Поворачиваюсь столбик без накида под арочку. Поворачиваюсь. И 7 столбиков без накида на цепочке. Вот я связала все 5 лепесточков. Теперь поворачиваемся вот в сторону вязания, делаю 3 воздушных петли, и здесь у меня по краю вязания 2 столбика с одним накидом, такая вот полосочка, и еще столбик с одним накидом в конце. А как вяжется следующий ряд? То есть здесь вот у меня идет такая полосочка краевая, полосочка веерочков в центре. Краевую полосочку вяжем очень просто. 3 воздушных петли и 2 столбика с накидом между столбиками с накидом. Раз и 2. А вот теперь нужно обвязать вот эти вот конструкцию. Вяжем 5 воздушных петель, 4, 5, и столбик без накида между первым и вторым лепесточком. Дальше идут арочки по 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида между следующими лепесточками. 1, 2, 3, 5, еще один столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Последний столбик между лепесточками. Раз, два, три, четыре. Почему-то на схеме тут 4 воздушных петли. И делаю вот эту вот дорожку. 2 столбика с одним накидом. 2 воздушных петли. Еще 2 столбика с одним накидом. В общем-то, вот и весь узорчик. Начало этого узора там, где вяжется сеточка из арочек. В общем-то, я думаю, что по схеме будет связать несложно. Самое главное, вот как вяжутся вот эти вот веера.
Вот что у меня получилось, когда я довязала этот образец. Он одинаково смотрится с обеих сторон. Красивые вот такие вот плотные лепесточки, которые хорошо читаются. Конечно, он очень ажурный. Такой вот. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных идей вязальных хитростей. У нас с вами впереди еще много интересных неразобранных узоров и схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек!